До выборов президента Республики Казахстан остались считанные дни. Сегодня по всей стране завершается подготовка к проведению этой политической кампании. 26 апреля в Петропавловске начнут свою работу 89 избирательных участков. На одном из них накануне побывали наши корреспонденты. Учительский стаж у Татьяны Ротурмель более 20 лет. Отрадно, что с каждым годом сфера образования в Казахстане модернизируется, говорит педагог. Работать становится интереснее. Чтобы так продолжалось и дальше, 26 апреля каждому необходимо прийти на избирательный участок и сделать свой выбор, говорит учитель. 26 апреля мы обязательно, я и вся моя семья, пойдем на выборы. Я считаю, это главное событие в стране. Наша страна развивается. Поучаствовать в этом – это долг каждого человека. Я призываю всех североказахстанцев прийти, сделать свой осознанный выбор, высказать свою гражданскую позицию. В стенах средней школы номер 10 26 апреля будут работать сразу два участка для голосования. В общей сложности в день выборов сюда придут порядка 3500 петропавловцев. Кабинки для избирателей установили неделю назад. Сегодня в них проведут свет. В центре избирательного участка установят урну для бюллетеней. Позаботятся здесь и о тех, кто не сможет прийти на избирательные участки в день голосования. Они смогут сделать свой выбор дома. Члены комиссии посетят их с переносными урнами. Впервые в этом году в преддверии выборов президента каждый избирательный участок подключили к интернету. Это позволит оперативно решать вопросы, связанные с пропиской, с адресом избирателя. Будет сидеть два волонтера, которые будут делать адресные справки для тех избирателей, которых нет в списках. Мы заполняем определенные заявления, приходим к ним, делаем заявку, и они с ЦОНом соединяются и пишут нам, где проживает данный избиратель. Если он проживает на нашем участке, он голосует у нас. Если он проживает на другом участке, мы по схеме находим, где находится этот участок, и отправляем его там, где он должен голосовать. Ожидается, что 26 апреля сделать свой выбор должны более 140 тысяч петропавловцев. Для них в этот день будут работать 89 избирательных участков. Ждем наших избирателей на наших участках. Вы знаете, что по количеству избирательных участков у нас около 700 человек задействованы. И как технические работники, так точно члены избирательных комиссий. Ну, на сегодняшний день, будем говорить, готовы все. Настрой у людей очень хороший, позитивный. Я думаю, что активность будет очень хорошая. Ну и, пользуясь моментом, призываю горожан принять активное участие в выборах. В воскресенье свои двери для североказахстанцев избирательные участки региона откроют в 7 часов утра и будут работать до 20:00. Ирина Панфилова, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.